Несколько дней назад в СМИ попала информация о воссоединении Кэти Топурия с Гуфом. Говорили, что пару видели на одной вечеринке общих знакомых. Примирение может и состоялось, однако поклонники поторопились с заявлениями о том, что певица снова встречается с рэпером. На днях в Чрочус читал прошел концерт в честь Аллы Пугачевой, где в том числе выступила группа Астудия. За кулисами певицу окружили журналисты, которые узнали у нее лично, насколько правдивы слухи о том, что она вернулась к Гуфу. Кэти сразу предупредила прессу, что у нее нет желания отвечать на личные вопросы. По словам певицы, она будет готова говорить о личном только тогда, когда поймет, что встретила будущего мужа. «Я бы не хотела. Говоришь одно, пишут другое. Пишут одно, а говоришь другое. Смысла в этом нет». «Личное оно на то и личное, чтобы оставить это для себя», – пожаловалась Кэти. «Правда?» Чуть позже она все-таки ответила на вопрос о воссоединении с Гуфом. Топурия назвала эти слухи сплетнями, сообщая телеграм-канал «Только никому». Ранее Кэти сказала в интервью о том, что ее отношения с рэпером закончились не из-за измены, как считается в прессе. По словам исполнительницы, к разрыву привел разный образ жизни. Она подчеркнула, что очень любила Гуфа, однако у них не получилось построить крепкую семью.